안젤리나, 어디 가는 거야, 우리? 집에. 집에. Мы сейчас на перевалочном пункте Хюгисо. Смотрите, сколько народу, огромная пробка. Мы сейчас едем в сторону Пенчана, Канрына. Это же военный такой самолет, да, где один человек, два человека сидят. Как можно подписаться на профессию летчика или стюардесса? Это самые ужасные в мире профессии. У меня просто аэрофобия, поэтому я так считаю. Довольно тепло здесь. Софья вон вообще без куртки бегает. Так. Шинаса, шинаса. Я, мукбан, мукбан. Мукбан, мукбан. Какие-то фонари здесь. Бумажные. Ага, из бумаги. Наверное, светится. Тут батат запекается на углях. Дискотека прям настоящая. Перекус по-корейски топ-поки. Это острые рисовые клетки в остром соусе. Так как нам пришлось останавливаться практически на всех пунктах отдыха, к месту назначения мы подъехали уже ближе к вечеру. Хотя в Корее темнеет рано, и выехали мы довольно поздно, уже после обеда. Прибрежная провинция Каннын, где проходила часть Олимпиады, встретила нас красочной иллюминацией. Мы решили не дергаться ни на какие объекты на ночь глядя и просто поехать в русский дом, посмотреть, что там и как. Нам предстояло еще найти ночлег, заранее мы ничего не бронировали, как всегда. Открыто. Ой. Ангелина. О, матрешка. Здрасте. Здрасте. Ага. Hello. Hello. Здрасте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, можно снять верхнюю одежду. А можно не снимать, да? Ну, там очень жарко, очень тепло, поэтому будет вот после удобно. Раздевайтесь. Аригато гозаймасу. Интервью на вам. Блинчик будешь? Дема? Позвольте. Мы опоздали. Все, это все. Игровой свитер сборной СССР. А? А, тень? Я взяла чуть-чуть. Чай. Ахмат. Чай Ахмат. Ну, а он более высокий. Понятное дело. Коньки Татьяны Волосожар. Бобслей. Глайд. Они чемпион. Ошер. Ельнаре чемпион. Внешней дорожки она не будет
могут быть санкции. В общем, давайте посмотрим. Здрасте, можно я флаг нарисовать на лице? Нет, ну пока мы рисуем на законе завтра. А, да, понятно. А, и чё, Ген? Ура. Очередь, да? После вас еще есть кто-то? Пока нет. Пока нет, да, тогда мы за вами. Рошек куцаван. Рошек кукурираку. А, да. Анжелина, ульгури ан кырё, кырим? Кырим кырыча. Они дойте, качи ача. Анжелина, пожалуйста. Машисо? Это тужеский пряник. Нет, мне бы пиво лучше. Пиво не пугает. О, чунга. Сану хлоджи. Сау, сау. Сау? Ансау, ко? Роша сарам пакем. Дугур ансау. Да, да, тальчу ляру, я говорю. Тальцы и сына, моя таба. Мама-то буроба. Можно покататься всем, да? Это для персонала. А, понятно, спасибо. Куре? Анден, да. Может быть, сейчас... Йоги, Ирина, инсарам дельма. ...другие не пошли, и не осуществили, и не осуществили, и не спасибо большое. О! Я. Анжели? Интервью. Может, кто-то знаменитый, не знаю. Ой. Поймать как-нибудь, куда он сорвется. Ой, извиняюсь. Кто там? Скажите, а мероприятия будут какие-то сегодня? Сегодня. Вообще наш дом закрывается в 10. Угу. Сейчас только идет трансляция конькобежного спорта. И все. А завтра будут какие-то мероприятия? Ну, завтра тоже фигурное катание, группа Орбит выступает. Это... Здесь будет выступать? Да. Игры, балалайка, опять караоке тайм, балалайка и трансляция соревнований. Дискотеки не будет, в общем, да? Ну, прям дискотеки у нас пока не было. Не было, да, пока? Понятно. Была какая-то минутка, когда включают музыку, да? Что хочешь танцевать. Поэтому... Понятно. Спасибо. Вставай. Тетя. Номерки доставай. Да. Вон. Вот, ты к пирогу. Я доеду. До 25 числа здесь ловить номеров нечего. Нужно отъехать подальше немножко. Везде, везде, как будто в Россию попал. Смотрите, на каждом крыльце стоят русские люди. Так, идем в какую-то забегаловку японскую. В надежде зрелищ каких-нибудь. Хлеба и зрелищ. Вау. Шим-шиме. Джеймса. Али, бульбу, кушпу. Не понравилось нам в японском ресторане, мы пришли в типичный корейский ресторан. Да. Здесь полно иностранцев, ну, в принципе, здесь одни иностранцы. Так, здесь Олимпиада проходит, все хотят попробовать сырую рыбу. Софья отказалась флаг рисовать. Вей, тегуки, анкарев, хорошая тегуки. Сики кичама. Еврей. Еда, еда, пошла еда. Thank you.
как правило, когда приносят блюдо основное в Корее, его просто некуда поставить на стол. И его ставят на соседний. Это свежая рыба сашими, только что выловленная из моря. Потрясающая свежая рыбка, живая, буквально еще несколько минут назад. Да, зайчик? Ой, ты туда размазала тебя. Флажок размазался. Как всегда, в конце приносят супец. Как же мне хочется поговорить с этими, со всеми русскими людьми. Я так уже истосковалась, видно, по русской речи. Пора в Россию ехать. А что я заметила, сидят, да, несколько столов с русскими людьми. Вон там вообще один мужчина сидит. И они между собой вообще не общаются, когда, ну, как бы, как чужие. Хотя это такая редкость в чужой стране встретиться в каком-то одном месте нескольким русским компаниям. Но они сидят все своими компаниями и с друг с другом вообще не общаются. Когда я вот сейчас наблюдаю, одному столу захотела, чтобы их сфотографировали. И они позвали кореянку, пытались с ней объясниться кое-как, вообще на непонятном языке, чтобы она их сфотографировала. И официантка их сфотографировала. Но они не обратились к ближайшему столу, да, чтобы кто-то там из русских встал и их сфотографировал. Для меня это невероятно. Здесь целый, ну, как бы весь ресторан, здесь в основном одни русские, русскоговорящие, очень мало корейцев, и никто друг друга ни о чем не попросит, никто друг с другом не говорит. Видно, не истосковались, знаете, как мы здесь, иностранцы, живущие, да, за границей, мы как-то истосковались по общению, видимо, с русскими, и если бы мы сидели рядом, то мы, конечно, бы сразу бы познакомились, поговорили, разговорились, и вместе бы и выпили, и сфотографировали бы, и все такое. Тут сидят японцы и обсуждают что-то Россию. Я уже слышу, что они Россию обсуждают, слышно то хорошее, дорошее. Ну, вообще, здесь такой интернационал, мне это очень-очень нравится. Не знаю, я почаще бы хотела, чтобы в Корее были такие мероприятия, где собирались бы все-все страны мира в одном ресторане. Это круто, это круто. На выходе из ресторана мы так и зазнакомились с русскими ребятами. Они оказались репортерами с канала НТВ. Им нужно было снять репортаж а-ля «Шокирующая Азия». И они спрашивали меня, где найти ресторан с собачьим мясом. Я, в свою очередь, поделилась с ними всем, что думаю по поводу таких репортажей. Сказала, что ресторан такой найти вряд ли получится. Для этого нужно ехать в горы со знающими людьми. В общем, мы проболтали минут 30-40, наверное, в итоге они остались ни с чем, а я полностью восполнила недостаток общения на родном языке. Потом мы, как все порядочные корейцы, пошли пускать салюты на берег. Корейцам только на берегу моря разрешается пускать салюты, в остальных местах ни в городе, ни за что, никогда, вообще нигде больше нельзя. На пляже мы опять повстречали репортеров, но уже с Первого канала. А я зову Калу, здрасте по-корейски. Аньохасео. Аньохасео. У нас фанат появляется. Да. Каныне. И нас задувает. Вообще, друзья, знаете что? Я хочу вам сказать, что Вот это имя Южная Корея, сильное преувеличение, вот правда. Да, Северная. Южная. Вы бы постояли здесь рядом со мной. Тут же у меня Южная. И я не морской пехотинец, я вот сейчас морской котик. Я на пляже, между прочим. Привет, ребята. Довольно насыщенный день подошел к концу, мы нашли квартирку на берегу моря, недалеко от места событий. Вообще жилья в тех краях всегда было предостаточно, пол Китая можно заселить. Приятно удивило и то, что цены не взвинтили в связи с Олимпиадой, как это обычно бывает. И не пропустите следующий выпуск, самих соревнований там не будет, их можно посмотреть и по телевизору, но не менее интересных и неожиданных событий будет много, обещаю. Всем пока, всех люблю!